По водопроводу в Моторске в летний период действительно наблюдается нехватка воды, потому что хотя обе башни функционируют, бывают периодически поломки в глубинных насосах, но тем не менее стараемся вовремя ликвидировать последствия аварий. За счет увеличенного водозабора воды не хватает. Проблема водопроводов, она не только для Моторска характерна. Все водопроводы, водопроводные сети серьезно изношены. И сейчас мы в прошлом году провели большую работу подготовительную по подготовке документации на каждый водопровод. В этом году они уже год отстояли у нас как на бесхозе. И в этом году они поступают в собственность муниципалитетов, что дает нам возможность заводить на них краевые деньги. Поэтому с водопроводами, я думаю, тоже в ближайшее время, коли будет финансирование из краевого бюджета, мы серьезно будем проводить ревизию и ремонтировать их для того, чтобы население качественной водой обеспечивалось. Сейчас, да, действительно трудности с обеспечением водой. Сети изношены, их нужно ремонтировать, а кое-где и менять.